Второй этаж галереи погрузился в зимнюю сказку. Художникам, чьи работы представлены в экспозиции, удалось показать, насколько богата и красочна может быть палитра зимних мотивов. Многие пришли на открытие со своими детьми. Из-за них приехал сюда, вот, чтобы выставку детям показать. Приобщить их к искусству там. Ну, они тоже ходят в художественную школу все, как бы, хотят рисовать, писать картины. Я их учу немножко, как могу. На холстах заснеженные деревенские дворики, городские улицы, лес, фантазийные узоры. Некоторые полотна попали в экспозицию буквально с мольберта. Мастера кисти признались, что завершали свои произведения за несколько дней до открытия вернисажа. Эта работа была создана специально для этой выставки «Изморозь». Переделывалась несколько раз, то есть под этой работой еще одна была, а до этой еще одна работа. То есть вот, наконец-то, подходящая тема пришла, и вот мы нарисовали эту работу. Свои работы на выставке «Изморозь» представили 37 известных нефтекамских художников и начинающих мастеров кисти. Всего 103 произведения в живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве. Это всегда, конечно, очень трудоемкая работа — создать экспозицию, собрать художников. Но, как видите, мы справились. Вот, мы 4 раза меняли экспозицию, потому что художники иногда прям свежие работы из мастерской привозили. Вот прям свежая, свежайшая у нас краска на полотнах. Выставка получилась очень насыщенной, яркой и объемной. Праздничная экспозиция на зимнюю тему «Изморозь» пробудет в картинной галерее «Мирас» до 2 февраля. Марина Бедвинская, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».